Питере, где ветхости бардак мирно уживается с барокко, жил на Невском искренний мудак, сущий ангел, но дитя порока. Был он музыкантом и пловцом, только без альбомов и медалей, и таким смазливым на лицо все подруги просто трепетали. Сами приглашали в ресторан, покупали запонки с часами и балдели от любовных ран, потому что виноваты сами. Он спокойно выставлял счета каждой госпоже, что с ним мутило. А на ушко искренне шептал: «Я мудак, я конченый мудила». А когда он жестко пропадал, женщины его, конечно, ждали, но не убивались никогда, потому что их предупреждали. Не считали это за обман, не жалели крупные вложения. Вспоминали конченый роман с неподдельным чувством уважения. Это сказка, в жизни все не так. Но, мужчины, будьте откровенней, потому что искренний мудак лучше, чем мудак обыкновенный.